Ну, я опустил двери и стекла еще. Что-то мне вот это активно не нравится. Честно говоря, что-то придется закрыть ее. Во всяком случае, пока вот так. Так, так. Игреку на 90 градусов. Так, тянем вниз. Нам надо посмотреть. Сюда и сюда. Далее. Вот. Сейчас мы ее обработаем. Ctrl-B. Так вот. Есть. Немножко вверх надо. Так, ну, пошире. Дальше смотрим на нее рентгеновским, так, и говорим, что у нас вот это вот возьмем К для надежности, К сюда и сюда. Еще раз. Вот это. И вот это. Это. Все остальное убираем. Убираем. Видите ли? Получаем такую штуку, которую берем букву солид. Делаем внутри ее солид. Вот такой. Такой делаем солид. Так, а вот это мне все не нравится, честно говоря. Давайте-ка я уберу ее. Теперь Shift D.
ставлю ее по оси Y туда же. Сначала мы должны ее выправить. Смотрим сбоку. R. Так, где-то выправили. То же самое берем ее. Может быть, побольше делаем. А дальше G. И по Y. Сюда. Так. Так. Теперь берем это и это. Говорим, что это одно общее. И делаем mirror. Потом нам будет легче ориентироваться. Mirror. Reset или трансформация. Вот она. Все великолепно. Дальше будем думать, что мне вот этот мешает. Такой скелет там сидит. Вот, теперь будем думать, как это сделать. Первый был неудачный. В принципе, платформа это было правильно. Но все остальное не очень. Элегантности не хватило слишком, так же как вот здесь с этими огромными фарами. Ну что я могу сделать теперь уже? Теперь уже ничего не сделаю. Так, это мы можем убрать отсюда, отсюда. Так, да. А теперь отделяем ее. Shift D. И говорим. Subdivision. Пока убрали. Что хотите делать, а я сейчас ее уничтожу здесь. Это не то, что я хочу. Фейсы. Ну, это не так, конечно. Так мы все порушим. Хотя, если поставить здесь две круглые, то, наверное, будет нормально. Подождите. Что мы сделали с этим? Вот оно. Так, мы же должны ее сейчас... сказать Shift D и Shift D и солидность немножко добавить солидности и там вот здесь
ДТП не сказали, но теперь все нормально будет. Теперь мы можем солидность добавлять и не мучиться. Выделить ее. Где наша солидность? Ну так, не более того. Вот-вот. То прямо у нас какая-то прям, я не знаю, была. Угу. Ну и тут надо какие-то сошки сделать сюда, чтобы где колеса могут поставить. И все. Типа, знаете, таких крыльев. Для этого мы сейчас вот что сделаем. Хотя, пускай будет так, давайте сделаем. Так, ну давайте сделаем подставочку теперь здесь. Я бы такой, чтобы поставил здесь кубик сначала. Шкоп. Сюда выведу его. G, по Y, да? Так вот. И увеличу S. Допустим, вот так. И S по X. Так, сделал. Так. Потом я бы это дело разделил. Ctrl-R. Сюда один. Ctrl-R, сюда один. Так вот. Далее взял бы вот это. И сказал бы еще Е. Так. И развел бы в сторону сначала S по X. Вот так, развел бы в сторону. Это ребро. Это ребро. И это ребро. Повел вниз. Так. Такие пилоны бы сделал. А эти два наоборот бы потянул сюда Е. По Y. Так, подчеркнул такую полетную форму. Но эти я не стал бы делать широкими. Так, S по Y, ой, по X. Взял бы вот так. И S по X тоже. Так, сделано. Да, такая футуристическая штука у меня получилась.
получилось. Сказал бы я, не и, так, далее внутрь, там бы чуть-чуть уменьшил и назад. Так. Аккумуляторы здесь поставили. Если мы просто возьмем эту штуку и скажем болевая операция, что это будет? Не знаю. Во-первых, тогда мне надо это сделать больше S по X. Так вот. И это S по X тоже побольше сделать. Так, если попробовать сделать ее сейчас subdivision, получится вот такая бяка. Ctrl-R. 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 Вот такая вот вещь.
Смотрим отсюда. Двигаем. Нет, уже полновато двигать. Только если вот так. Ребра. Это ребро. Там еще одно. А у нас тут одного нет ребра. Ага. Интересное кино. Да ладно, мы поправим это. Вот так. Так. Ну и здесь Ctrl-R. Все посередине поделим. Для чего? А вот для чего. Мы сейчас вот это все удалим. Значит, мне не нравится с этой стороны G. Это Б. Вот так мы все удалим. Все вертикали. Это хорошая закорюка получилась. Убираем все трансформации и скажем modifier, mirror, flipping. И сразу скажем apply. Вот. Вот теперь это какая-то вот похожа на серьезную штуку. Что у нас со временем? 11 минут. Ну, достаточно. Плюс там 10.